Она имеет много лиц, много названий, церковь, много пониманий. Но одно из них, вот пять я сегодня буду говорить, это церковь, это семья. Если церковь это семья, то все благословения или же уставы, порядок семьи автоматически переходит на церковь. Конечно, про семью вы знаете много, потому что пастор Андрей, он развивает учение о семье, и мы тут в семье, конечно, подкованные, да? Но если написано в семье, вот видите, отлепится и прилепится, да? То в семье это как? Он отлепляется от родителей и прилепляется к жене, да? Так же и мы отлепляемся от этого мира, отлепляемся от старой жизни и прилепляемся к телу Иисуса, к церкви, правильно? Если о семье сказано, что нехорошо быть человеку одному, написано это или нет? Написано. Я спрашиваю, написано? Да. То точно так относится к верующим в церкви, что нехорошо тебе, брат, или нехорошо тебе, сестра, быть одному. Без церкви. Нехорошо. Это я вам гарантирую. Я даже скажу так, не то, что нехорошо, а опасно. Опасно быть без церкви. Опасно не ходить. Ты сразу отдаляешься. Ты сразу превращаешься в мирского человека. Мир сразу тебя захватывает. Ценности этого мира сразу начинают тебя контролировать. То есть ты человек или там, все. И чем больше ты в церкви, чем больше ты слышишь проповеди, чем больше ты здесь, в этом присутствии, в этой ауре, тем ты больше становишься Божьим человеком, похожим на Иисуса Христа.